Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 64, упражнение номер 264. Школьная хоккейная площадка длиной 50 метров и шириной 20 метров обнесена бортиком прямоугольной формы, высотой 1 метр. Сколько краски потребуется для окраски бортика с внешней и внутренней сторон, если расход краски на 1 метр квадратный составляет 140 граммов, и краска должна быть нанесена в два слоя. Для решения этой задачи мы сначала узнаем периметр хоккейной площадки. Для этого мы длину 50 метров и ширину сложим 50 плюс 20 и умножим на 2. 50 плюс 20 – это 70, умножаем на 2, получается 140. 140 метров – периметр бортика площадки. Теперь мы периметр умножим на 1 и умножим на 2. Узнаем площадь бортика с внешней стороны. Это получится 280 метров квадратных, площадь бортика с внешней и с внутренней сторон. Теперь мы 280 умножим на 140. Это мы узнаем, сколько краски расходуется в один слой. Это у нас получается 39 200 грамм, а нам нужно краску в два слоя, поэтому мы 39 200 грамм умножим на 2, получится 78 килограмм и 400 грамм необходимо краски всего. У нас стоял вопрос, сколько краски потребуется для окраски бортика с внешней и внутренней сторон, если краска должна быть нанесена в два слоя. Запишем ответ. 78 килограмм, 400 грамм необходимо краски. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.